Всем привет! У нас сегодня в обзоре крутейший спальный мешок типа одеяла от фирмы Totem, модель под названием Woodcock и Woodcock XXL. В чем же разница? Во-первых, эти спальные мешки можно использовать для трекинга, для путешествий, для активного отдыха и, конечно же, для велопокатушек. Обычный Woodcock весит всего 860 грамм. А утеплитель Hollow Fiber в большом точно так же. Теперь внимание, комфортная температура использования плюс 14, максимальная плюс 22, минимальная 0. В большом XXL все то же самое, но весит он 1 килограмм. Собственно говоря, разница небольшая. Имеются они в специальных чехлах, в которых есть ручка для удобной переноски. Ну что ж, давайте посмотрим на этот спальный мешок на примере, наверное, маленького. Итак, для начала немножечко здесь отстегиваем. Аккуратно достаем этот спальный мешок. Так, открываем его. И, собственно говоря, вот так вот он выглядит в развернутом состоянии. Капюшона здесь нет, но есть специальная утяжечка. Бац, и готово. С правой стороны расположена у нас молния. Также с правой стороны имеется специальная защелочка под названием Velcro, которая гарантирует дополнительную фиксацию нашей молнии. Молния открывается здесь легко. Так, готово. Теперь внимание. Этот спальный мешок еще может использоваться и как одеяло. Для этого достаточно открыть молнию полностью. И теперь вы можете использовать этот спальный мешок по прямому назначению как одеяло. Собираясь куда-то на природу, на активный отдых или просто на велопокатушки с друзьями, не забудьте взять с собой спальный мешок. Поэтому огромный выбор спальных мешков имеется на сайте, но только на одном – mandrivnik.com.ua.